Итак, где мы? Патроны максимум. Так, оружейник нам не нужен. Плюшевый мишка. Вы проснулись. Должен вам сообщить, что Кэтрин... Увы. Что, Кэтрин? Я пытался остановить ее в порту, но она не послушала. Она решила отвлечь огонь солдат на себя, чтобы вы успели сбежать с бомбой Е-99. Ее подстрелили, когда корабль начал тонуть. Кэтрин погибла. Ее жертва не станет напрасной. Мы должны выполнить задачу и остановить Демичева. К сожалению, найденная вами бомба не активирована. Вам придется использовать печь. Эта часть базы, где находится, вернее сказать, находилась, то, что нам понадобится. Поспешите, капитан. Демичев совсем близко. Прошу вас, ступайте. Чё ты мне супчик не дашь свой попробовать? Я люблю крабовые палочки. Ступайте, капитан. Вам нужно добраться к печи. Жалко, Кэтрин. Очень жалко. Такс. Нам туда. Здесь он. Он за лестницу зацепился, я думаю, что такое. Собираем ништяки. А, вот как. Все продумано. Так, здесь кто-то шарился. По звуку пауки опять. После взрыва сингулярности служебные туннели использовались для сброса трупов и зараженных. Тяжко вам будет. Кто он сейчас поржал так? Тяжко вам будет. Так. Все, отлично. Добили. Мединвентарь. Состаривание Q или применение импульса средняя мышь очень эффективно. Против чего? Нифига себе, как прикольно. Чё ж я раньше-то так не делал? Ах ты. Только надо успеть просто это сделать. Так, а тебя же я уничтожил. О, сколько их там. Целое гнездо, походу.
жесть. О-о-о! Да сколько вас достали вы меня уже? Лечись, лечись. Твари, а? Так, не туда, а мы пойдем сюда. Ого. Моя глупость безгранична. Офигеть, сколько трупов-то. Не знаю, сколько еще я смогу терпеть. После сингулярности случился 2 дня назад. Да чтоб тебя! Мне даже на сон. Несколько врачей разбили лазарет в тоннелях. Но сколько бы раненых мы не приняли, постоянно приходят новые. Этот остров станет моей могилой. Так, не надо там. Отлично. Секретик нашли. Можно идти туда. Так, дробовик-то будет поэффективнее, что-то я не подумал. Воу-воу. Чё за нафиг? Чё это было сейчас? Паша, братишка! Я самый везучий человек на Земле! Через 2 недели я женюсь на Алине, самой красивой девушке в мире! Паш, не слушай его! Это я через 2 недели буду самым везучим человеком на Земле, потому что выйду замуж за твоего брата. Прикольно. Отлично! Ух ты, сколько вас тут! Да ё-моё! Откуда вы там взялись-то, блин? Твари! Уверен, что люди Демичева не рискнут пойти туда вслед за вами. Так,
зачем бы ее жахнуть-то? Ладно. И так сойдет. Ого, ого, ого. Вот это жесть. Что это за тварь? Оба-на. Ух ты! Еще и пуляется. Ух ты! Чтоб тебя. Все в подряд нажимал, делал, ну и так и не понял, как ее. Да ладно, еще одна. Это затворит вообще. Во, отлично. Блин, аптечек-то вообще ноль. Судя по навигатору, вы вышли из служебных туннелей, а значит, должны видеть печь. Это огромное сферическое сооружение. Чтобы попасть туда, вам нужно восстановить мост. Для этого придется включить платформу-усилитель МВП. Подайте питание. Выключатель должен быть рядом. Все не... Слава богу-то, а? Здесь пусто. Так, что мы имеем? 3000. Так. Давайте здоровье. Так, а я не понял. Выключатель, говорит, должен быть где-то рядом. Я думал, здесь выключатель. Если не здесь, тогда где? Нормальные двери закрылись. Так, еще оружейный шкаф здесь у нас. Отличная аптечка. Отлично.
купить боезапасы. Отлично. А вот он, выключатель. Что у нас здесь еще? Генератор какой-то. О, господи. Где выход-то? Ничего нет, здесь у нас монстры. Так, это у нас понятно. Это мы уже читали. Осколочная граната, да, там удерживайте. Это мы уже читали. Здорово. Так. Да, в окошко. А. Или я что-то неправильно. Все правильно. А. Тут уже все. Так. Дробовик. Возьмем дробовик. Демичев совсем рядом. Будьте осторожнее, капитан. Я постараюсь. Ого, сколько там трупов. О. Так, набираем воздуха и поплыли, 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 поплыли. Обратно, быстрей, быстрей, быстрей. Думаю, успею. Отлично.
запасики. Так. Ой-ё. Ща походу как треснет. Плывем, плывем, плывем. Воздуха мне надо. Воздуха. Ой, ё. Тут еще кто-то у нас повешенный. Причем давненько уже висит. Когда произошла катастрофа, мы с Алиной побежали в тоннели. Едва успели, но мне придавило ногу. Мы ждали спасателей, но никто не пришел. Алина отправилась за лекарством еще 3 дня назад. Она до сих пор не вернулась. А я без нее никуда не пойду. Не дождался, походу. Алины. Дальше плыть еще. А, это вот труп, наверное. Вначале там встретили, наверное, Алина и была. Чисто. А, я все путаю эти ящики. Думаю, их они открываются, а они нифига. О, что-то новенькое. Ай-яй-яй-яй. Ау. Ай! Перезаряжайся быстрее, быстрее, быстрее! Там тварь большая! Быстрей! О, чёрт! Тебя я не убил, что ли? Быстрей, 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 быстрей! Что за нафиг это сейчас было? Блин, блинский. Хорошо, патроны. Есть. Сейчас бы вообще тут завис.
Так, все, здесь больше нет ничего. Туда, я отсюда, да, пришел. Давайте здесь посмотрим, что у нас есть. Отлично. Теперь двигаемся сюда. Капитан, действуйте быстро! Люди Демичева сужают район поисков. Я вас понял. Так, там какие-то не очень здоровые пузырьки. Что, давайте попробуем. Круто. Очень круто. Чё, мне теперь спрыгивать надо? А. Опять забрел непонятно. Вечно лезу не туда, куда надо. Потом жалею об этом. Так. Что теперь еще можем? Так, еще 3000 у нас. Давайте посмотрим. А, что мы хотели? Мы хотели... Здоровье. Чуть-чуть не хватает до здоровья. Ну, давайте вот это. Чтобы аптечки нам больше пользы приносили. Так, и все. Опять воду надо, я так понимаю. Ух ты, на небе-то там что творится? Третий отряд, внимание! Цель в вашем районе! Вы уже пробовали. Мы уже пробовали, написано.
Фига себе, какая рация. Отлично! Платформа-усилитель начала заряжаться. Круто. Включив генератор, вы выдали свое местоположение. Возвращайтесь на мост как можно скорее.